Мы приехали в городок Аиус-Николаус из нашей местности под названием Аналипси. И сейчас пойдем смотреть уникальное озеро. Вот составлен план. Озеро уникально тем, что оно всего в диаметре 137 метров, зато глубина 68. Интересно нам такое глянуть. Городок ни велик и ни мал. Как-то весь почти в горах. Немного поднялись вверх. Вокруг горы. Со всех сторон. Интересно, для чего дрова? Неужели топят камины? Ну, градостроительство-то, прямо скажем, не отличается особым изяществом. Надеюсь, мы идем правильно к озеру. Вверх бы не хотелось потом подниматься. Как живут, чем занимаются, не знаю. Неужели все в туристической индустрии заняты? Да, не сладко вот так вот, наверное, каждый день подниматься в горку. Мини-маркет «Рассвет». А вот и озеро. 137 в диаметре. И 68 в глубину. Как-то с трудом верится. Интересно, как оно образовано было. Конечно, я его себе как-то иначе представлял. Казалось, что озеро окружено лесом или парком, как минимум. Оказалось, нет. Ну вот и как оно получилось. Кратер бывший. Первое, что на ум приходит. Какая водичка прозрачная. Золотой магазин, мастерская. Везде надписи на русском языке. Аиус-Николаус. Почти Сан-Тропе. Не хватает только Луи де Финеса. Да, совсем другая Греция. Не Ираклион, во всяком случае. Ну и как обычно, паровозики. Куда без них-то? И вокруг залив и горы. Красиво, живописно. Да, тяжело так подниматься каждый день.
Вообще здорово, наверное, здесь купаться. Хотя, не знаю, галька не особо мне нравится. Зато уж водичка-то очень чистенькая. Яхта на приколе. Прямо музей под открытым небом. Вообще это порт Агиос Николауса. Интересная картинка. Тишина вокруг. Да, как ни странно, даже чаек не видно. В порту-то. Ну вот как так? В общем-то и не маленький порт для такого крохотного городка. Зато пейзажи вокруг радуют глаз. И море, и горы. И не маленькие горы, прямо скажем. Какие кактусы классные. Ну вот для чего дрова-то. На них, по-видимому, готовят. Да вообще он не такой маленький оказался городок. Достаточно оживленное движение. Покупать продукты на Крите надо вот в таких магазинах крупных. Гораздо дешевле, и они местные. Это не Лидлы. Местные магазины, реальные цены, реальные продукты. Они практически во всех городах, ну не во всех городах, конечно, но в таких более-менее крупных они ездят. Да, улочки здесь узенькие, маленькие. Под такими наклонами автомобили оставляют. Ну и так совсем узенько. Никто никуда не торопится. Поэтому и аварий никаких нет, наверное. Ну что, мы нагулялись. Нам понравилось. Возвращаемся на станцию. Да вот уже и наш вокзал. Автовокзал, Bus Station. Сидим, ждем на станции свой автобус. Сейчас поедем домой в Аналипсе.